В музее дом-ателье архитектора Левчака показали фрагмент театрального занавеса Московского художественного общедоступного театра, современного МХАТа с парящей белой чайкой, которая стала эмблемой театра. Данный экспонат хранится в музее МХАТ. Такой занавес придумал архитектор, живописец, график и сценограф Федор Шехтель в честь спектакля по пьесе Антона Чехова «Чайка», определившего судьбу молодой труппы. По легенде, основатели и руководители театра Владимир Немирович Данченко и Константин Станиславский на коленях умоляли Чехова, чтобы он нашел в себе силы и отдал «Чайку» МХТ. И это случилось. «Чайка» имела огромный успех у зрителей.